Всех приветствую. Сегодня мы рассмотрим хирургические иглы. Вот такие вот. Вот такого образца. Которыми ловят корюшку зубатку. Также можно ловить ими навагу, камбалу. Сама вот она игла, да, вот, то есть приглядеться, она такая вот конусная, вот. И да, у меня игла есть с двумя ушками, у меня уже одно ушко, ничего здесь запаивать не надо, вот. Эта игла, чем она хороша? Она уже как бы сделана, как блесна будет играть. Она сделана с нержавейки, потом такая очень сильно острая, прям очень острая. Материал каленый, потому что если несколько раз вы перегнете, лучше один раз только загибать. Если несколько раз перегнуть, она может сломаться. Я вот пользуюсь, да, вот иглами, да, вот такими. Покажу вот размеры. Это 12×48. Вот идут. Также у меня есть размер еще 11×40. Ну вот этот более популярный размерчик, им пользуюсь частенько. Сами, конечно, подглядели мы, как вот с этими иглами, ну как ими рыбачат. Очень они эффективны на рыбалке, на корюшку. Еще раз повторюсь, на камбалу очень эффективны. Да, вот что это 12×48. То есть 12 это 1 и 2, да, например, это толщина иглы самой. А 48 это длина иголки от ушка и до кончика иглы самой. Иглы, да, вот они вот сами по себе гнутых. Они по-разному, короче, могут гнуться. Могут вот так вот, да, вот загибать. Вот я вот загибаю вот так вот, вот таким вот образом. Иглу, вот, вот видно ее там полностью, вот такая вот иголочка получается, вот, но это просто этот самый, как бы, ходовой загиб, вот, этот загиб у нас называется корейский, вот такой вот, есть загибы разные, но мы будем с вами вот таким вот сегодня загибать, вот такой вот загиб. Есть у нас и клюшкообразный, который продают, да, потом вопрос можно сделать, и Z-образные загибы. Много очень разных загибов, но вот этот загиб, самый ходовой. Ну и давайте теперь перейдем мы к самому загибу, как загибать нужно. Теперь берем иголочку, вот такую вот. Размер у нас будет 11×40. И будем сейчас ее загибать. Нам нужны будут длинногубцы и круглогубцы. На круглогубцах я сделал заметочки. Одна 0,5, вторая 0,6. Штангель-циркулем. Вот. Ну, что нам надо? Иголочку ни в коем случае не надо ни прогревать, ничего. Она гнется так, сама. Вообще без проблем. Берем мы, зажимаем круглогубцами, вытаскивая маленечко отсюда, чтобы смотрелся вот так вот язычок, видно вам, да? И погнали мы ее гнуть вот таким вот образом. Загибаем мы ее, загибаем таким образом до самого-самого почти конца. Вот, загнули мы. Видите, да, у нас как получилось? Теперь что нам нужно взять? Длинногубцы. И вот здесь она у нас так как сильно загнута, да? Немножко ее подвыпрямить. Немножко. Вот таким вот образом. Не надо сильно ее выпрямлять. Теперь берем мы и чуть-чуть выпрямляем. Чуть-чуть. Вот таким вот образом. Теперь... Корюшка у нас, когда с больших глубин будете поднимать ее, она может, она и так сходит с любой, с другой снасти, да, но так как мы знаем, что она может сойти, мы берем длинногубцы, берем за язычок
язычок. И делаем вот такое вот движение чуть-чуть в сторону. Вот. Он у нас смотрит не прямо, а вот так вот. То есть зацепилось, срыва будет намного меньше. Намного. Ну вот, вот таким вот образом вы загибаете его. Вот так вот они будут выглядеть у вас. Это еще не все. Смотрите, буду снимать дальше. Дальше мы будем вязать их. Ну, будут такие более привлекательные. Вообще очень эффективные. Очень-очень эффективные на рыбалку, на корюшку. Вот они, иглы вот такие. Самое главное, блин, ну ловят. И очень острые. Ловят очень хорошо. Ну вот, я вам показал корейский загиб. Самый эффективный загиб. Вот такой вот он. Самый эффективный, самый уловчивый. Подписывайтесь, друзья, на канал. Будет много интересного. И да, не, еще дальше у меня будет, как мы их будем вязать. Эти наши хирургические иглы. Смотрите, дальше будет продолжение. И также мы будем дальше вам показывать саму снасть уже в собранном виде. Уже все, как будут и крючки, и леска, и грузило, и все остальное. Подписывайтесь на канал, жду комментариев. И всем до новых встреч, и пока-пока.